Я решил написать об этом Дженни. Я писал ей не каждый день, но почти каждый. Рассказывал о том, что делаю, спрашивал, что она делает. Писал, что все время о ней думаю. И что очень хочу получить от нее письмо, если у нее будет время написать. Я говорил, что со мной все в порядке. И каждое письмо подписывал с любовью, Форест Гамп.